Администрация Куйбышевского района Самары напоминает, что 1 апреля начнется месячник по благоустройству и размещает для удобства жителей адреса пунктов выдачи инвентаря для уборки. Также с 1 апреля в районной администрации будет организована горячая линия по вопросам проведения мероприятия для жителей района. Все интересующие вопросы можно будет задать специалистам отдела по ЖКХ и благоустройству по телефону, указанному на экране. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, что 30 и 31 марта пройдет фестиваль «Друг человека». Его задача – привлечь внимание к проблемам безнадзорных животных и дать им возможность обрести новый дом и хозяев. В этот раз на выставке будут 120 кошек и 70 собак из приютов Самары. Своих подопечных привезут 5 приютов Самары, а также частные волонтеры. Забрать понравившиеся животные можно бесплатно на самом мероприятии. При передаче животных новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по всем интересующим вопросам. Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. В проекте «Всей семьей» видна финишная прямая, сообщает телеграм-канал администрации Самарского района. Последнее задание – сделать доброе дело. Какое – решите сами. Можно помочь бабушке донести вещи, развеселить друга или приготовить коллеге кружку кофе. Сделать общую фотографию. Выложить фото у себя на страничке в ВК с хэштегом «Всей семьей». Уже 4 апреля состоится подведение итогов конкурса.